Так, друзья, прогуляемся чуть-чуть по этой деревушечке или по этому городочку. Лос Канариос называется. Такая тихая, спокойная, красивая деревня. Практически на вершине находится, вот там вот снизу прям океан идет. Это как бы вверху лежит. О, смотри, индюшки. Как я давно такую картину не видел. Где гусята? Нет. Ты думаешь, это гусята? Это индюшка вон-то. А, индюшка? Да. Я миллион лет уже не видел вот такую картину. Смотри, какая. Пойдем. Лимоны, да? Интересные места тут. Птички поют. Такая у них тут спокойная, тихая, размеренная жизнь. Но современные. Вон такие аппараты стоят в гаражах. Какие-то путешественники живут тут. Сиеста уже вроде закончится сейчас должна. Я думаю, сейчас люди будут потихоньку выходить, уже должны выходить. Магазины открываться. Вот бар работает уже вроде бы. О, какие здесь места. Вообще обалденные просто. Просто чудесные места. Кафетерия закрыта. Вот цены. Кого интересует, если... Так, евро 32 евро. Интересно, что это такое? Пата асада. Не знаю, что это, но вот такие цены здесь. Жамон, это свинтус был. Да. Это, наверное, такой этот сэндвич. А, да, точно, видишь, такой вот сэндвич. Вот он, да, точно. Жамон и сыр, прекрасно. Ага. Сыр или свинья? Сыр со свиньей. А, сыр со свиньей, ага. Да. Евро 50. Ну да, такие бутеры здесь. По 2.50, по евро 50. Кафешка. Закрыто. Здесь бар, смотри. Вон там бар. Какие это красивые места, посмотри вон там. Вообще. Просто удивительно. Отсюда этот вулкан должен быть виден, а вон он. Вон, друзья, этот кратер. Вулкан у нас Лос Сан-Антонио. Сан-Антонио, да, вот здесь кратер такой находится. Там лавы ничего нет, но если смотрели предыдущее видео, то вы все видели, все, что там есть, я все записал. Вот, 5 евро туда вход стоит. Супермеркадо. О, барчики открываются, сиеста закончилась. Да? Действительно, супермаркет такой. Да. Апартаменты. Есть? Апартаменты сдаются. Можно снять жилье, жить. Но место очень хорошее. Особенно воздух тут очень хороший. Вообще чистый. Она неудивительно. Во-первых, наверху находится, кругом природа окружает. Аптека, кажется. Да, фармация.
Вот, и еще океан. То есть со всех сторон красота. Вон там океан лежит полностью. Сидят, отдыхают, чашечку кофе себе пьют. Смотри, как они, эти сидят вон там слева, которые зависают в кафешечке. Хочешь чай, кофе, что-нибудь попьем? Можно посмотрим. Там? Здесь нет желания? Ну да, кстати, можно вот с кукурузной мукой эти, которые взять, они очень вкусные. И вкусные, и полезные, вот здесь туризму. А, ну все, мы на нашу остановку пришли. А. Получается так. Ну, кстати, во сколько это, двух сидит? Угу. Она уже закрылась, видишь? А, ну да. Все, не работает тут. Для детей? Да, детские площадки. Что они всегда вот эти штуки делают из железа. Вот, несмотря на то, что это ржавеет, почему-то, ну да, из железа. Парк Майорес. Парк Уеды Майорес. Детский. Это даже не детский. Это, кстати, тренер для тренировок. Тренироваться, собственный вес тягаешь. Нормальная тема. Так, есть вот такие тоже качельки, типа, они что делают? Сейчас посмотрим. А вот тоже собственный вес. Вот это нормальная тема. Разные. В общем, они везде у них, во всей Испании вот такие штуки. Где-то похожие, где-то не похожие, но система одна. Несмотря на большое количество таких тренажеров, нельзя сказать, что выглядят они все прям так спортивно. Здесь испанцы эти очень много. С весом людей у них, видать, потому что питаются не очень правильно. Хотя у них здесь валом полезной, нормальной пищи. Так что, друзья, пока все. Сейчас дождемся или автобуса, или посмотрим. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Смотрите Анзор ТВ.